Обзор Trading Forex. Привет! В этом видео хочу познакомить вас с TradingForex.com. Этим брендом владеет и управляет им TTCM, или же Traders Trust Capital Markets, организация, зарегистрированная на Кипре, обладающая лицензией SISAC. Трейдинг Forex в своей работе соответствует директиве MiFID. В Европе эта компания регулируется FCA, BaFin, Банк де Франсе, CNMV в Испании, в Италии Консоб, и также имеется в наличии FI, это шведский регулятор. Торговая платформа MetaTrader 4 доступна для работы ее всевозможные версии, то есть мобильное приложение для Android, для iOS, возможен также Windows Mobile Trading. Пополнить депозит у Trading Forex можно при помощи кредитных и дебетных карт Visa MasterCard. Доступен OK Pay, банковские переводы, которые не связаны, кстати, ни с какими платежами. WebMoney есть на Teller, Skrill и FasaPay. По выводу средств у нас те же самые способы. На обработку запросов требуется до 6 рабочих часов. Для работы предлагается несколько типов аккаунтов. Это STP, CN, All Inclusive, Forex, исламский счет. Посмотрим по каждому из них. STP и CN аккаунт обеспечит вам доступ к 38 валютным парам и металлам. Здесь у нас будет прямой доступ к рынку с лучшими ценами. Никаких манипуляций с ценами брокер обещает, что не будет. Глубокая ликвидность. Без реквот, кредитное плечо до 200. Какие же возможности открывает перед нами All Inclusive? Прямой доступ к рынку, прозрачность рынка без реквот, регулируемое плечо до 200, аккаунт в двух валютах, евро и долларе, 38 валютных пар, минимальный депозит, требуемый 1000 американских долларов. Последний исламский аккаунт, мы его не станем рассматривать очень подробно, здесь в принципе особо и нету информации. Контактная информация у нас, лайв-чат, у нас есть адреса электронной почты самых разнообразных служб, самых разнообразных департаментов, адреса офисов компании, контакты факса. Ресурс работает на английском, на испанском, на французском и на китайском.